как повысить качество услуг ЖКХ и снизить тарифы на транспорт? Свои вопросы к годовому отчету губернатора Петербурга за круглым столом обсудили политологи и депутаты. Итоги работы за прошлый год и планы на следующий Георгий Полтавченко озвучил перед Петербургским ЗАГС-собранием 26 апреля. У парламентариев и общественности остался ряд вопросов. В частности, как правительство будет урегулировать тарифы на услуги ЖКХ, которые неуклонно растут. Сдерживание тарифов на жилищно-коммунальные услуги всех волнует. Очень хорошо губернатор сказал про расселение ветхого и аварийного жилья. Ну вот эта тема, конечно же, хотелось бы нам больше узнать. Вопрос от горожан озвучили специалисты социологического центра «Мегаполис». Больше всего жители волнуют проблемы транспорта и качества дорог, снижение уровня доходов и неудовлетворенность работой поликлиник, особенно организации записи и приема больных. Эту тему губернатор затронул лишь вскользь. Также среди острых проблем петербуржцы отмечают бедность работников научной сферы. У нас катастрофический уровень зарплат. Потому что у нас доктор наук получает меньше 30 тысяч. А как распоряжение президента, который говорит, что ученые должны получать 200% от среднего уровня зарплаты в регионе? Оплата труда научных работников в докладе губернатора не фигурировала вовсе. Но тут за главу правительства вступились депутаты. Сферу спонсирует федеральный бюджет. А значит, об этом должен отчитываться президент Российской Федерации.